Последний раз в село, где жили с бабушкой и ее дети, 25-летняя Любовь Даде приехала 4 марта. Привезла подарки родным. Целый чемодан. И бананов, и апельсинов, и конфеты шоколадные. Утром Любовь одела детей, 8-летнего Гришу и 6-летнюю Настю, и ушла гулять. Их хватились только ближе к вечеру. К поискам подключились местные жители, полиция, спасатели и нацгвардия. Но результатов прочесывания окрестностей не принесло. И лишь спустя 9 месяцев после исчезновения на останки 3 тел натолкнулся местный охотник. Увидел детский силуэт, типа труп. И будем говорить, ну там уже ничего не было, только вещи. И веревки висящие на этом самом, и черепа рядом, которые были. Все они лежали вместе. Екатерина, мать Любови Даде, чтобы чем-то занять руки, разбирает детские вещи. Каждая из них напоминание о внуках. Он всегда говорил, бабушка, а где моя рабочая куртка? Он козом чистил-то. Бабушка, а где моя куртка рабочая? Накануне она опознала найденные рядом с телами вещи. Именно в них вышли из дома дочь и внуки. Рассказывает, в тот страшный день нашла на подоконнике записку, деньги и документы. 5000, ее паспорт и записка. Деньги трать только с умом, чтобы хватило на год. Позднее друг, который был в гостях у Любы, в последний вечер рассказал матери. Девушка приезжала прощаться, сказала, увидимся на том свете, детей я возьму с собой. Но Екатерина не верит, что дочь на такое способна. Ну как она могла смотреть в глаза второму ребенку? Когда она вешает одного, а второй-то как же, может, кричал там, может, мама не надо. Мать настаивает, Люба работала в городе, в последнее время была нервной и агрессивной. Не исключено, что могла попасть в опасную ситуацию. После ее исчезновения мать обнаружила, печка на кухне была разбита. Нашла в плите вот так, в грубе, нож воткнутый в этой и 2 камня выбитые. Односельчане подтверждают, Люба любила своих детей, у них было все необходимое. Накормленные были, чистые были. Всегда стирка, я когда шла, все время стирка была. Тем не менее, признают, в последний год ее поведение было более чем странным. Ну, поведінка була дивакувата останнім часом в Люби. Вона любила відвідувати кладовище вночі, в день. Говорила, що вона піде і забере своїх дітей, але на це не звернули уваги. Ответ на вопрос, кто убил Любовь Даде и ее детей, может дать только следствие. Уголовное производство начали по факту умышленного убийства. Виталий Хемий, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал «Репортер».